Весь шоу-бизнес до сих пор скорбит по Жанне Фриске. Ее бывшая коллега по группе «Блестящий» Юлия Ковальчук решила почтить память артистки сольным концертом. Не все оценили, конечно, этот жест, но Юля постаралась оправдаться со сцены. Мнение всех сторон выслушала наша Даша Юрова. Многочисленные обвинения со стороны блогеров посыпались на Юлию Ковальчук сразу после того, как стало известно, что она не отменяет свой концерт, который, по горькой иронии судьбы, проходит в день похорон Жанны Фриске. Сама певица на выпады не реагирует и посвящает свое выступление и презентацию нового альбома памяти Жанны. Спасибо вам огромное, что в этот день вы со мной. Вы со мной, вы с Жанной, потому что мы сегодня вместе. Жанну я хочу проводить на сцене, потому что это наша... Артисты — это другие люди. Это люди, которые живут сценой, живут публикой, живут музыкой. Поддержали эту инициативу и коллеги по цеху. Им логика Юли Ковальчук понятна и близка. Это какой-то такой неведомый божий промысел, который мы никогда не поймем, почему так происходит. Жанна, я люблю тебя безгранично. И вся моя семья тебя любит. Сама хозяйка вечера отметила со сцены, что Жанна не одобрила бы общее минорное настроение и, напротив, сама бы отработала концерт на все 100. Юлю в непростой ситуации поддерживает ее муж Алексей Чумаков. Он выходит на сцену, чтобы исполнить совместную композицию. Супруги решают в добрых делах идти до конца. И все деньги с концерта жертвуют благотворительной организации, которая занимается помощью детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга. Все деньги, которые пришли, мы решили отправить на благотворительность фонд Хабенского. И думаю, этим самым очередной раз сказать спасибо Жанне за то, что она очередной раз каждого из нас вдохновила на правильные поступки. После такого поступка те, кто негативно относился к концерту в день похорон, возможно, пересмотрят свое мнение. Даша Юрова, про новости.